Словари на колесах. В Павлодаре начали курсировать вот такие вот разговорники. Учитывая, что в городе самые протяженные трамвайные пути, часто используемые слова и фразы, написанные на вагонах, считают чиновники и транспортники, помогут изучить казахский язык. На одном из таких общественных транспортов прокатилась Аида Хамзина. Один придумал, другой додумал. Так в Павлодаре появились словари на колесах. Креативную идею транспортников поддержали чиновники. И вот сегодня на рельсы вышли три таких трамвая. Самые простые, используемые быту слова, говорят эксперты, помогут овладеть языком. Если в день учить два слова, 700 слов он, оказывается, может изучить за год. Василий Лищенко передвигается исключительно на трамвае. Привычка, говорит, осталась с советских времен. У пенсионера есть свой эффективный метод, как хорошо узнать язык. Я окончил 10 классов на казахском языке. И вот я все равно повседневно, я это считаю, что мало знаю, много литературы читаю на казахском языке. В трамвайном управлении говорят, что словарь будут обновлять раз в квартал. Если горожанам понравится идея, таких разговорников станет больше. В день один трамвай перевозит около 1000 пассажиров. А годовой пассажиропоток трамвайного парка составляет 20 миллионов человек. По сути, рассказывают транспортники, словарь на колесах работает по принципу стикера. Чем чаще ты видишь слова, тем быстрее их запоминаешь. Скоро, обещают в трамвайном управлении, популярные фразы появятся и внутри салона. Аида Хамзина, Артем Кохан, 7 канал, Павлодар.